Доброго утра всем! Мы проснулись. Вернее, Афоня нас маму разбудил, да? Ты балуешься? Ты можешь разговаривать? Моя сосиска. В общем, идем куда? Афоня уже даже намыл нам клубники на завтрак, да? Да. Помыл. Помыл всю клубничку. Да, так долго. Долго мыл? Да. Даже руки замерзли, да? Да. А ты что, в холоднющей воде мыл? Да. Все-таки... Река на кумику... Жарил. Да, жарил? На кумику. Как яишенку? Да, жарил, да. Ну, ты сосиска. А голову ожавал, сосиску. В общем, надо вставать. Мама, да вот так. Это он про рот в Инстаграм. Да вот так. Вот мой завтрак, посмотрите, здесь, в общем-то, я вчера с вечера замочила овсянку и немного мюсли с молоком в холодильнике, потом утром в эту вот форму огнеупорную нарезала клубнику, посыпала ее сахаром, сверху выложила замоченную овсянку, 180 градусов, полчаса, и, в общем-то, все вот так вот запеклось, сейчас буду пробовать. Всем приятного аппетита! Без кофе-то с молоком. Ура! Я тут слушаю песни. В общем, сейчас буду варить борщ, потому что жду родителей Сержуниных. Уже 10 часов. Ждем. Мы тут делаем мороженое. У нас была клубничка. Я ее взбила блендером с сахаром. Вот. И перелила вот в этот мерный стаканчик, очень удобный, с носиком. И наливала все в наши формочки Икеи. Вставляем. Еще сейчас будет. У нас два таких набора из Икеи. Из Икеи? Икеи, да. Икеи. Так, давай я покажу, как мы наливаем, да? Пойму, но я встану. Смотри. А мне докуда? Вот, доливаем. Все, останавливаемся. Понятно. Потому что так оно выльется через верх, когда мы поставим палочки. Не торопись только. Давай я. Мой сын наряжается. А куда ты наряжаешься-то, сынок? Буду на работу. А, на работу будешь ходить? Да. А тебе это надо, сынок? Может, будешь отдыхать? На улицу? Да. Мне кажется, ты можешь вымазаться. Кого? Наши туфли купить. А, туфли надо купить? Да, что? А что, без туфелек, ну никак? Нет, а туфли надо купить. Туфельки надо купить? Да. Давай. А если ты сейчас пойдешь без туфелек? Так нельзя? Нет. А все началось с того, что я постирала Гришин галстук и положила его на батарею сушиться в ванной. Афонька его увидел и одел. Искал сразу, мне надо рубашку, брюки и жилетку. Я пойду на работу. Да? Да. Это мой галстук будет. А, теперь это твой будет, а Гришин? А Гриша будет так. А, Гриша так будет, да? Да. Пусть. Да, пусть. Понятно. И без носков. Я говорю, может, без носков? Нет, носки надо, да? Да, в садик носки. В садик надо, да, носки? Да. А будет тепло, что мама с полки. Все, директор обулся. Пошли? Да. Папочка тут у нас, да, Афоня увидел? Глянь, она умерла, что ли? Да. Папу зови, хорошо? Угу. Мама, я папу.
Так папа там уже проснулся, ждет тебя. Позвать его? Мама тут смотрит. Ты только ж переверни камеру. Вот так снимаю. Сейчас я сниму вас. Что это такое? Смотри, какая. Можно потом баночку? Да у нее сейчас хвост отпадет, и она убежит. Нет, хватит. Да, ящерица откидывает хвост, чтобы убежать от вас. Нет. Да. Нет. Мам, ты мне дашь банку? Угу. И кнопочка приехала. Да выпусти, не мучай ты животное. Ящерица, отпусти ее. Ну, Гриша, что ты? С вами можно, Деська? Да, конечно, можно. Давай, да, у меня вело. Девушка, у меня свое средство передвижения. Велодрын? Ай, ай! Галя розочки свои привезла. Боже, они такие так пахнут, такие красивые цвета. Показывай маме, показывай, что тут. Машина еще? Да. На пульте управления? Да. Все как ты любишь. Да. Показывай скорее. Какая она красивая. Да. Будем открывать? Или я тебе помогу? Надо это, поплавки поехали купить. Дай. Ну, может, сейчас тогда вдвоем с тобой и выйти. Покажи. Да. Еще смотри, как это крутится. И светит. Ночью запускать хорошо. А это как машина вроде. Вечером запить и торопить. А вода была позавчера, Серёжа, это вообще, я такое летом никогда не видел. Это вообще было. Мы приехали просто посмотреть с мамой. На море приехали просто посмотреть. Да, у меня что ли бы чинит? Кто его знает, что они... Так, у нас боулинг. Кто, чей удар? Поехали, а то закроется. Поехали, поехали. В рыбацком магазине купили вот, вот такая прикормка и что-то еще макуха. Я начистила картошки старой, до сих пор доедаем, уже скоро молодую нужно копать, а мы еще три ящика старой не доели, поэтому будет сегодня пюре. Сейчас хочу еще рыбку замариновать, здесь пеленгасик. Купили лимонный перец, так что будем пробовать мариновать. И еще купили шашлычок, вот такой вот, помимо свинины, еще взяли курочку. Но я думаю, что одного ведерка нам хватит, одно я заморожу. Очень вкусно и очень прикольно само то, что это плечики. Они такие маленькие, на косточке, в общем, как чупа-чупсики. Афонечка, у тебя все хорошо? Так, горох, башка Галя, еще вам доесть. Зачем? Ну все, надо доесть его. Это он так состарится. Да, молодец, рука, рука, вратарь. Что, стоп? Че, у тебя рука была, ты что сказал? А, ты считаешь. Девушка, кош! Ура! Так, мы переехали в дом. Обсвалила их, нахрен помыла и все. Женя нам тут пеленгасиков дожаривает. Ну что они, в каком состоянии? Ободрано. Жара не хватило после мяса. Так что еще, блядь, прям несет ветром. Это жира. И Марсик тут с тобой. Марсика снимаю, более разговорчивый. Да? Угу. Я заметила. Так, мы тут конфеты. У нас Мартини Асти.
от любови. Мы тут с мамой распеваем. На свой вкус. Она уже там понапихала. Здрасте! Маргарита, знакомь же башку Галю с Колей. Гримко, с Колей же знаком, тебе говорю. В этой компании. И ты, Николка. Сашка сегодня уже приходил. Я говорю, что самый маленький, это Николка. Родня, еще собирались ткань взять. Ой, сколько радости от машинки на пульте управления, да, сына? Тебе нравятся такие? Еще тебе такую надо или хватит? Много надо? А может еще одну? Одну много. Много? Да, много катать. Да? Да. Но какая сломанная, какую сломанную. А, какая сломанная, ты другую, да?